Да, я думаю, что платная парковка нужна и в Москве, и ну, я насчет других городов, ну, скажем, Петербург, да? Наверное, да, потому что слишком много машин. Хотя бы эта платная парковка уберет из центра какие-то всяких разных непонятных мутных таксистов на убитых «Жигулях». Во всяком случае, их, может быть, поменьше станет. Ну, в целом, конечно, с транспортом очень все тяжело, плохо, поэтому общественный транспорт очень плохо работает. Я имею в виду автобусы, там, троллейбусы из-за пробок, из-за этих. А пробки создают эти парковки. Поэтому, да, наверное, ну а что делать? Приходится вот за деньги, так сказать, как-то немножко разгружать центр. Думаю, что да.